Здесь еще есть много товаров, ну, например, ну, блин, я не поздоровался. Всем привет, с вами Вангай, я нахожусь в Испании. Это просто рай. Я обожаю Майнкрафт, и все. Смотрите. Ну, фокусируйся. Ну, короче, какой-то кубик непонятно, там что-то продается. Блин, там скотч заложен. Так, это вот здесь голем. Такой житель. Да. Там скиф. Да. Здесь какие-то крафты или что. Вот. Конечно, стоит это очень дорого. Блин, здесь не написано. 14 евро. Офигеть. Там вообще вот этот скиф. Вот этот вот. 24 евро. Вот эта кирка. Сейчас покажу. Которая... Я вам сейчас, наверное, покажу, там, показываю. Короче, оно стоит, не знаю сколько, но, наверное, очень дорого. Вот это вообще 32 евро стоит. 32. Ну, смотрите, ну, классно, конечно. Хотелось бы поменьше. Вот здесь еще есть эндер-дракон. Эндер-дракон, да. Так, здесь есть Алекс, который бьется с слизнем. Скиф алмазный. Ой, это что еще? Это такие мини-фигурки, такие няшные, классные. Здесь еще есть Стив с конем, еще с другим конем. Еще здесь есть террарии. Я вообще не знал, что есть такие. Я не разбираюсь в террарии, я здесь не про. О, вот, вот эта вот штучка у меня есть дома, конечно. Да, она у меня есть. Ну, не такая, конечно, но другие есть. Опять террария. Там в ней разбирается как бы мой друг. У него есть канал. Кстати, да. Короче. Ну что ж, я показала магазин, в котором я был. Да, очень классно. Кстати, я еще кое-что забыл показать. Меч. Все, короче. Сейчас меня вдруг оштрафуют. То, что я здесь снимаю. Короче, всем удачи, всем бай-бай. Я не снимал.